God is good. Glory to God. Thank you, Jesus. Я сегодня буду делиться таким словом, которое назвал время восстановления. В нашей жизни происходит много вещей. In our life, many things happen. Но есть духовные законы. But there are spiritual laws. И если мы не понимаем их, and if we don't understand them, мы пропускаем самое важное в нашей жизни. We miss the most important things in our life. Это время, that is the time, которое определил Бог, that God set apart для нашей жизни. For our life. Время в нашей жизни, a time in our life, оно будет работать или на нас, will either work for us, или против or нас. Against us. Поэтому как важно понимать, that's why it's so important to understand, что время, которое отведено нам, that the time that we're given, оно должно работать на нас. Must work for us. Благодаря только времени, only thanks to time, и благодаря жизни в теле, and only thanks to the life in our body, мы имеем привилегию, do we have the privilege, познать нашего Господа, of knowing our God. Уникальная работа происходит, a unique work takes когда place, мы находимся в теле, when we are in the body. И Бог определил нас во время, and God determined us in this time. Вы знаете, не ангелы, you know, not the angels, никакие другие существа, not any other creation, они не имеют этой возможности, they don't have these opportunities, которую Бог уделил нам, that God gave us. Поэтому Его Слово говорит, that's what His word says, дорожите временем, cherish time. И я сегодня хотел бы поговорить, and I'd like to talk чтобы today, мы не пропустили, for us not to то, miss, что Бог предназначил what для God нас. Has determined for us. Вы знаете, духовные законы, you know, spiritual laws, они могут работать или на нас, can either work for us, или против or нас, against us. Вы знаете, в духовном мире, in the spiritual realm, для того, чтобы построить, to build something, нужно что-то разрушить. You need to destroy something. Для того, чтобы жить, to live, нужно умереть. You must die. Для того, чтобы ходить, to walk, нужно что-то оставить. You must leave something. Для того, чтобы созидать, to build up, нужно увидеть это, you must see it, и встать на это, and stand on that. Восстановление, restoration, это те вещи, are the things, которые должны происходить в нашей жизни, that must take place in our life. После различных потерь, after different losses, после различных обстоятельств, after different circumstances. После всего, через что мы проходим, after all the things we walk through, если моя жизнь проходит, if my life is walking by, и я не изменился, and I've never changed, или стал еще хуже, and or I've become worse, или я разочарован, or I'm disappointed, или я в жизни оказался потерян, or I'm lost in my life, я говорю, что я напрасно прожил, and I'm saying that I lived my life in vain, я, значит, пропустил свое время, I missed my time, всегда. Always. Когда семя падает в землю, when a seed falls into the ground, оно не остается одно. It doesn't stand one. Что-то высвобождается. Something is released. Что-то происходит. Something takes place in that seed. Вы знаете, процессы в этой тьме. The processes in that darkness. Все, что оказывает давление на это семя. Everything that presses on the seed. Это работает на то. Works for. Чтобы появилась новая жизнь. A new life to appear. Чтобы появились новые плоды. For new fruits to appear. Чтобы были результаты. For results to come forth. Когда мы оказываемся в определенных обстоятельствах, мы ответственны за то, что из нас выйдет. For what comes out of Бог us. Вложил в нас God placed in нечто us небесное, something heavenly, свою природу, His own nature, то, что Он дал нам, what He's given то, что us, мы получили от what Него. We've received from Him. Иначе оно никогда не выйдет из and нас. It will not come out of us in any как other way. Только, only чтобы мы оказались под этим прессом, when we are under the pressure, чтобы мы оказались в этих обстоятельствах, only when we're in those circumstances, и все, что во мне от Бога, and everything that's in оно me from проявит God, себя. It starts to reveal Слово itself. Говорит, the word of God что says, внешний человек, когда тлеет, that the outwardly man dies, but the inner man is renewed. Life is happening. Hallelujah. Hallelujah. Мы прочитаем несколько мест Священного Писания. We're going to read a few scriptures. Это Колоссянам 2 глава 6 стих, также 2 послание Коринфянам 6 глава 16 стих 17-18. Let's do Colossians 2 verse 6 and then 2 Corinthians 6 16 through 18. So Colossians 2:6. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. And then 2 Corinthians 6:16 through 18. In what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. Therefore come out from among them and be separate,
says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Amen. Интересное слово, на которое хочу, чтобы мы обратили внимание. A word that I want to emphasize. Павел говорит, что как вы приняли Христа Иисуса Господа. Paul says, as you therefore have received Christ Jesus the Lord. Одно положение принять. One position is to receive Him. Другое положение, что-то мы делаем, когда Another мы position принимаем. Is doing something when we receive Он Him. Говорит, как вы приняли Его. He says, as you received Him, так и ходите в Нем. So walk in Him. Другой перевод говорит, Another что interpretation как says, вы приняли Христа Господа. As you received Christ the Lord. Так и ходите с ним. So walk with him. Во втором послании к Коринфянам мы читаем о том. In 2 Corinthians we read. Он говорит, что 17 стих. Verse 17 says. Verse 16. Вселюсь в них и буду ходить в них. And I will dwell in them and walk among them. Бог он в движении. God is in action. Он не просто где-то затаился. He's not just sitting somewhere. Бог в движении. God's in action. С одной стороны, on one hand, написано, чтобы мы ходили в Нем. It says for us to walk in С другой him. Стороны, написано, что Бог, Он ходит в on нас. The other hand, it says that God walks Я буду among ходить us. В них. He says, I will walk Вы in знаете, them, among them. Жизнь, you know, life это движение. Is action. Там, где останавливается движение, Where action stops, прекращается жизнь. Life stops. Если вода двигается, If water is flowing, это свежая вода. It is fresh water. Несмотря на то, что она переходит через разные барьеры, it doesn't matter that it's crossing different barriers, It continues to be fresh. There's movement. Но как только эта же вода, but as soon as that same water, it stops. Эта вода, она пропадает. This water starts to die. Бактерии, and bacteria starts to be formed. And it starts to be useless. Там, где движение, Wherever there's movement, там свежесть, there's freshness. Бог в движении. God is always Он говорит, moving. В них, He says, I will dwell in them. Бога, and I will be their God. Буду ходить в них, and I will walk in them. И назову их, and I will call them сынами и дочерями. My sons and daughters. Но вы знаете, есть условия but There is a requirement before that. Говорит, He says that we have to get rid of some things. We have to get rid of some things. We have to deny some things. Говорит, That's why he says when this will happen. Пишет, before that he writes that there is nothing, similar between Christ and Baal. Ничего общего. Nothing in common и света. Between darkness and light. И он говорит, вы не подвергайтесь под чужой ярмо So he said, don't take the yoke of the unbelievers. Потому что вы призваны к другому. Because you're called to something else. Вы призваны быть в движении. You're called to be in motion. Вы призваны ходить с Богом. You're called to walk with God. Вы призваны понимать Его. You're called to understand Him. Вы знаете, в этом есть сила. There's power in this. Бог послал свое слово. God sends His word. Он сказал о том, что свое слово. He says that my word. Он превознес. I've exalted. Даже выше своего имени. Even above His name. Это значит. That means. Что авторитет Его слова. That the authority of His word. Настолько мощно. It's so powerful. Павел говорит, что из тьмы Он повелел воссиять свету. Paul says, out of the darkness He commanded light to shine. Тьма это ничто. Darkness is nothing. Тьма ее ты никак не сформулируешь. You can't formulate darkness. Тьма это значит ничего. Darkness means nothing. Но свет. But light. Он имеет элементы. Has elements in it. Элементы движения. The elements of motion. И Бог сказал свету. And God spoke to the darkness. И из тьмы воссиял свет. And out of the darkness came light. Слово было сказано. A word was released. Есть сила в его слове. There's power in His word. Когда он говорит это слово. When He speaks that word. Не происходит рождения в нашей жизни. Birth does not happen in our life без Его слова. Without His word. Ничего нету божественного в нас. Nothing godly exists in us. Пока Он не пошлет свое слово. Until He sends His word. В Его слове есть Его авторитет. His word has His authority. Его могущество. His magnificence. Писание говорит. The scriptures say. Что Он землю повесил ни на чем. That He hung the earth upon nothing. Но в то же самое время. But at the same time. Сказано, что Он словом своим ее держит. It says that with His word He creates все it. Все держится Его словом. Everything's
held by His word. Вы знаете, в Его слове есть сила. His word has so much power. Этим словом является сам Бог. This word is God Himself. Он явил себя во плоти. He revealed Himself in the flesh. Он открылся нам. He revealed Himself to us. Поэтому Павел говорит. That's what Paul says. Когда вы приняли Его. When you received Him. Потому что были люди. Because there were people. Которым Он пришел. Who He came to. Которых Он определил. Who He determined. Что это Его народ. That this was His people. Но они Его не приняли. But they didn't receive Him. Вы знаете, все, что по плоти. You know, everything that happens in the flesh, it loses power. Каким бы именем это ни называлось. No matter what you call it. Но если это плоть. But if this is the flesh. Как бы мы ее ни формулировали. No matter how we form it. Как бы ее ни называли. No matter how we call it. Израилем. Israel, новым народом, God's people, something else. Вы знаете, плоть есть плоть. You know, flesh is flesh. Но там говорится, but it says, тем, которые приняли, but to those who receive, люди, who are these people? Люди, рожденные свыше, people born from above. Евреи, Jews, также язычники, Gentiles, уже нету разницы. There's no difference any longer. Имеет значение, it doesn't matter. Что мы приняли Его. What matters that это we received Him. This word. Иисуса Христа. Jesus Christ. Как мы приняли Христа. As we received Christ. Как мы приняли Его в свою жизнь. As we received Him те, in our life. Те, которые приняли Его. Those who received Him. Дал власть. He said He gave them the power to be called children of God. В этом есть сила. There's power in that. Дорогие. Dear people, to walk with Him is not just to take a stroll. It's to remain in what God has determined for us. That's why He forms us. He destroys some things in our life. Somebody asks Him and says, get rid of the difficulties, Lord. I'm so tired. I remember how a person told me, Pastor, God doesn't hear me. He's left me. I've been praying for a long time now. I don't hear any answers. It seems like I'm not needed. How many Christians are praying similar prayers? And they don't see answers in their life. What do they do? Has God really left them? Of course not. But He wants to release something out of what's been encapsulated by the flesh. Вы знаете, семя, you know, the seed, его можно положить в самые лучшие условия. You can place it in the best circumstances. Хранить его где-то в шкафу. You can keep it in a, on a drawer somewhere in a glass vase. И оно может пролежать тысячи лет. And it can lay there for thousands of years. И ничего не будет. And nothing will take никакой place. Никакой жизни. There will be no life. Мертвость. It will be dead. Но как только это семя, but as soon as this seed оказывается в почве, is placed in the earth, это среда, this circumstance, которая сдавливает, that presses it, разрушает, that destroys это it, это семя уничтожается. This seed is destroyed. Но, вы знаете, не уничтожается то, but what isn't destroyed что было внутри семени, is what was inside the seed. Это жизнь, this life которую мы приняли от that Бога. We received from если God. Ты хочешь ходить с ним, if you want to walk with Him, умереть, you have to die себя, for yourself, для своих желаний, for your desires, планов, for your plans, и жить для Бога. And start to live for God. Поэтому Он помещает, that's why He places us in these circumstances. Он погружает нас. He submerges us. Я помню, как один сказал мне. I remember one person telling me. Знаешь? You know? Я потерял свое время. I lost my time. Потому что лучшие годы мои. Because the best years of my life. Они ушли. They've passed me. Сейчас я могу что-то делать. Now I can do something. Но у меня нету той энергии. But I don't have the energy. Того запала. I don't have the strength. Нету той силы. I don't have that strength. Вы знаете? Богу все равно. You know, God doesn't care what age we're at. Ему нужно наше сердце. He needs our heart. Иногда уходят многие годы. Sometimes many years pass. Чтобы человек дошел до этого положения. Until a person comes to the position где он может сказать, where he can say, я больше ничто. I'm no longer anything. Нету. There's no я more of me. I don't exist. Я потерян. I'm lost. Вы знаете, на это уходит больше работы Духа Святого. And more of the work of the Holy Spirit is spent on this. Люди больше хотят. People desire more. Просто иметь дарование. Just to have gifts. О, я призван. Ooh, I'm called. Я могу это делать. I could do this. Я буду исцелять. Oh, I'm gonna heal. Я хочу эти дары. I want these gifts. Вы знаете, дары. You know, gifts. И зрелость. And maturity. Это разные вещи. Are two different things. Коринфянская церковь. The Corinthian church. Им обладала всеми дарованиями. Had all the giftings. Там было все. It had it all. Чудеса.
miracles, there were signs, healings, deliverances. The Holy Spirit was moving there. But Apostle Paul says to them, I couldn't talk to you as to the spiritual, but as to the infants, as to the fleshly. You know, we have something that God wants to grow in us, and it has to break through our flesh, through this capsule. And there's no other place except the circumstances where this starts to fall apart. Where we need God most is when we have need. You know, people that have no need, they're not in need of God. But when there's a need, a requirement comes, we start to seek Him. You know, difficult circumstances is a need. A need for God. People want to build their lives. Jesus spoke about this. He said that people want to dress nice. They want to eat nice. Have good homes. But he said, first of all, seek first the kingdom of God. And my truth. And all this. Clothes, food, homes, all this, it will be added on. But seek first. The first thing I want you to do is seek me. Beloved, there's a place where God wants to place us, to shake us, to destroy everything that's in the way for Him, everything that's not allowing the godly to be released, what I've received from Him, to walk with Him. You know, He's always with us. When Israel was walking through the desert, God guided them. God was in all the circumstances. Even then, when they stepped away from Him, God remained with them. He's always with us. Jesus is faithful to His word. He says, I'm with you in all the days века. To the end of the age. Значит, that means век. The age is a period of time that we live in. Значит, that means века, throughout my age, He's not going to leave me. Неверный, even when I'm not faithful, He's going to remain faithful to His word. Знаете, you know how many people became lied to, who for some reason stepped away from God, and then the rest of their life they feel like they're second class, like God can't use them anymore because I once let them down. God wanted to break you for you to not rely on your own strength and not seek what you can do on your own, but for you to humble yourself before Him and would do His work, His power, with His power, with His magnificence. You know, God takes us through these circumstances. That's why it says that Jesus was yesterday in that same power, same magnificence, and today and forever, He's the same. That means when it's difficult for you, when you feel like God has left you. No. He's the same God who was yesterday. You look in yesterday and you say, man, it was so difficult. Nobody helped me. Know this, that if no one was next to you, He was always next to you. He was always next to you. Because yesterday, and today, and tomorrow, He'll always be with you. He said, I'll never leave you. I'll never leave you. I'll be there for all the days, to the end of the age. He's faithful to His word. Everything He wants is to reveal in us, from the inside, for us to see the treasure. The problem that Christians have is that they're trying to make the earthen vessel the treasure.
в котором находится это сокровище. Where inside the vessel is the treasure. И они не обращают внимания на сокровище. And they pay no attention to the treasure itself. Вы знаете, сколько христиан? How many Christians? Они выдвигают себя на первый план. They push themselves out to the forefront. Ooh, I've done this. Это моя церковь. Ooh, that's my church. Это мои заслуги. Oh, that's what I deserve. Если бы не я, if it wasn't for me, то бы ничего не было. Nothing would have taken place. Вы знаете, Бог. But God is looking for a person who will be humble before Him, who will seek His face. He needs people, not educated. Praise God for education. Praise God for the strength. But God chooses people who will seek His face, who will humble themselves before Him. That's what Paul says to the Corinthian church. He says, look who He's chosen. It wasn't the wise. It wasn't the wise of this age. You know, there's so many educated people, scientists, and they reject God. But he says he didn't choose the wise to put the shame, the wise. He chose the weak. The weak. The insignificant. Чтобы посрамить значущее. To put the shame, the significant. И посрамить сильное. And to put the shame, the strength. Почему? Why? Потому что Бог. Because God. Он не нуждается в нашей силе. Is not in need of our strength. Он нуждается в нашем сердце. He's in need of our hearts. Он нуждается, чтобы мы отдались ему. He's in need of our devotion to Him. Поэтому Он проводит нас через эти обстоятельства. That's why He takes us through these circumstances. Чтобы мы обратили внимание. For us to pay attention. Не на глину. And notice not the earthen vessel, but the treasure within the vessel. Дорогие мои. Dear people. Это удивительное время, в которое мы живем. It's an interesting time that we live in. Это время. It is a time when God raises up His church. He's raising it up. You know, maybe the church is under some kind of dust today. A lot of lies. How much wrong information has been poured out. We've allowed these things to come in some places. Today people say there are no earnest pastors and they have facts to back that up. And they show the falling of many pastors. And they say this guy stole. This guy turned out in adultery. This guy left elsewhere. И это сразу демонстрируется. And this is demonstrated. И показано перед людьми. And it's shown before people. И вы знаете, сегодня люди. And today people. Одни относятся к церкви. They treat the church. Это просто бизнес. Like a business. Каждый определяет себе. Each one determines to himself where to make some money. Сегодня мнение такое у людей. Today that's the opinion people have. Но вы знаете, Бог определил. But God determined. Что его народ. His people. Это не просто люди, are not just people, которые пристроились к этой жизни, who have succeeded in this life, но люди, but people, которые будут называться его именем, who will be called by his name. Церковь, the church, это слово экклесия, is the word ecclesia, что обозначает, which means, быть высвобожденным, to be released, выведенным, to be brought out, вытащенным из среды, to be taken out of the circumstances. Бог отделил нас для себя, God has separated us и назвал нас своим народом, and called us His people, и Он запретил прикасаться, and He forbid, чтобы кто-то прикасался, anybody к ней. To touch us. Я верю, I believe что это особенное время для церкви, that this is a special time for the church пыль, where all the dust will be brushed off увидит, and we will see Вавилон, not Babylon but Jerusalem Христа, the bride of Jesus Christ who is in glory who will be exalting His name. This is a pure spotless. Это то, что сегодня происходит. That's what's happening Поэтому, today. Поэтому, когда тебе трудно, that's why when you're going through difficulties, когда ты оказался в обстоятельствах, when you're in certain circumstances, когда тебе что-то ломает, that's breaking you, когда ты проходишь через непонимание, when you're going through misunderstandings, когда в твой адрес говорят лживые вещи, when people are lying about you, знай, know this, Бог работает, that God's working, чтобы разломить тебя, to break your shell, высвободилось, and release это сокровище, that treasure, то, что Божье, what is godly, то, что принадлежит ему, what belongs to то, him, что прославит его имя, what will glorify his потому, name, что там говорится, because that's what it чтобы says, слава for the glory, была приписана не нам, to be given not to us, но Богу, but to God.
Поэтому that's why Бог проводит нас через это, God leads us through this, чтобы потом восстановить, to then restore, и чтобы мы были and for us, людьми, to be people, похожие не на Голливуд, that are not like Hollywood, не на людей каких-то улиц, not like people of the street, не на каких-то популярных not артистов, popular artists, но на Иисуса Христа, but Jesus Christ, Господа нашего, the Lord. Это то, что сегодня делает Дух Святой, посылая свое слово, которое изменяет, которое работает с нами. Вы знаете, Авраам, Моисей, Moses, Иосиф, Joseph, Давид, David, эти люди, these people, они исполнили свое предназначение. They fulfilled their calling. Но когда вы посмотрите, but when you look, что происходило с этими людьми, what took place with these people, Авраам, Abraham, он жил в доме. He lived in a house. Это было богатое место. This was a rich place. Ур халдейский. The Ur of the Chaldeans. И Бог говорит, выйди оттуда. And God says, go, выйди leave. Из дома отца твоего. Come out of the house of your father. Мы знаем, Авраам больше не жил в доме. We know Abraham no longer lived in a house. Как он вышел из дома отца. When he left the house of his father. Он жил в шатрах. He lived in tents. Бог показал ему место. God showed him a place. И он сказал, эта земля. He said, this place принадлежит тебе. Belongs to you. И твоим потомкам. And to your inheritance. Но что-то произошло с ним. But something happened to him. Что-то случилось с Авраамом. Something happened to Abraham. Он не стал строить городов. He didn't start building на cities. На этой обетованной земле. On that promised land. Он скитался. He was traveling. Как по чужой. Like in a foreign land. Он называл себя скитальцем. He called himself a pilgrim. Он жил в этой пустыне. He lived in the desert. Что-то случилось. Something happened. Его глаза нечто увидели. His eyes saw something. Когда Бог сказал ему, when God said, посчитай звезды. Count the stars. И он считал. And he was counting them. Он говорит, это невозможно. He says, it's impossible. Песок. Count the sand. Невозможно. It's impossible to count. He says, that's your inheritance. That's your inheritance. He's called the father of faith. Знаете, do you know? Евреям говорится о том, it says in Hebrews что он есть отец веры. That he's the father of faith. Почему он жил на земле, why did he live on this earth принадлежала ему, that belonged to him как на чужой, as if it wasn't his? Потому что он видел город. Because he saw a city. Город. A city. Вы знаете, однажды Иисус сказал, you know, once Jesus said, о церкви, about the church, о своем народе, about his people, он говорит, я создам церковь мою, he said, I will build my church, и врата ада не одолеют ее, and the gates of hell will not prevail over it. Царь Соломон, King Solomon, воспевая песни, singing songs, он что-то увидел потрясающее, he saw something incredible, он видел церковь, he saw the church, и он говорил о ней, and he spoke about it, что это мощная церковь. He said, this is a powerful church. Как полки со знаменами. Like an army with banners. Они идут стройно. They're walking straight. И все отступают. And everybody's walking away from them. Иисус сказал, врата ада ее не одолеют. Jesus said that the gates of hell will not prevail. Он, обращаясь к ученикам, сказал, turning to the disciples, he said, что город, that the city, который стоит на вершине горы, that stands on top of a hill, он не может укрыться. Cannot be hidden. Он будет виден. It will be visible. Это город. That is a city. Это ты и я. That is you and I. Это его тело. That is his body. Это церковь. That is the church. Авраам видел город. Abraham saw a city. Я раньше думал, что это где-то за пределами неба. I used to think it was somewhere in heaven. Но Иисус сказал. But Jesus said. Авраам видел день мой. Abraham saw today. И когда увидел, возрадовался. And when he saw it, he rejoiced. Вот почему он тосковал. That's why he yearned. Вот почему он жил на этой земле. That's why he lived on that soil, on that earth. И не считал ее родной. And didn't consider it his own. Потому что видел город. Because he saw city. Он видел церковь. He saw the church. Он видел на вершине горы. He saw it on top of a hill. Он видел это. He saw it. Вы знаете, что мы сегодня видим? You know, what do we see today? Мы читаем также слово, we also read the word, которое говорит, that says, что кратковременные страдания, that the tribulations are short-lived, которые в нашей жизни, that happen in our life, они кратковременны, they're so short, по причине, because, что мы что-то видим, we see something. Если я не вижу Божьих обетований, if I don't see God's promises, для меня это кратковременные, this short time, они станут постоянными, becomes permanent. Но когда я вижу, but when I see, что-то происходит, something happens, и мы начинаем понимать, we start to understand, есть временное, that this is timely, то, что пройдет, this will pass, есть вечное, and then there's eternal, не проходит, that never passes. Вы знаете, мы люди, you know, we people, не временного порядка, are not temporary,
Мы люди. We are people who are born from above, here on earth. Мы вступили в вечность. We've stepped into eternity. И даже когда наша внешняя оболочка разрушится, and when our earthly shell will break, мы будем жить. We will live и жить вечно. And live eternally. Дорогие, dear people, когда мы взираем, when we look на невидимое, upon the invisible, но вечное, but the eternal, тогда мы проходим все эти места. Then we go through all these places. И для нас, and for us, пустыни, the deserts, обстоятельства, the circumstances, the difficulties, как Авраам, like to Abraham, он исполнил предназначение. He fulfilled his calling. Он вошел в это предназначение. He walked into that calling. Цель была. The goal was. Это семя. The seed. Которое Бог определил. That God determined. Чтобы был рожден Иисус. For Jesus to be born. В этом семени благословены все народы. In that seed, all the nations are blessed. Поэтому Авраам назван отцом многих народов. That's why Abraham is called the father of many nations. Мы сегодня благословены. We're blessed today. Потому что Авраам увидел. Because Abraham saw. Он видел нас. He saw us. Он видел все, что Иисус сделал. He saw everything Jesus did on Calvary. И он возрадовался. And he rejoiced. Поэтому он томился на этой земле. That's why he yearned on this earth. Когда мы видим, when we see the riches inside of us, то мы начинаем, we start to understand the value хождения с Богом, of walking with God. Тогда мы держимся. We start to hold on to Him. Тогда мы, что бы ни было в нашей жизни, then no matter what takes place in our life, мы его не отпустим. We won't let Him go. И когда пресс очередной надавит, and when the pressure presses upon against us again, через нас не выйдет обида, offense doesn't come out, огорчение, grief doesn't come out, плохое слово, bad words don't come out. Но когда мы проходим через пресс, but when we go through the pressure, мы с Иисусом, and we're with Jesus, мы с Ним, and we're with Him. Мы будем благословенны, we are blessed, потому что мы видим, because we see то, что мы имеем, what we have. Это невидимое, this invisible, становится реальностью, becomes a reality в нашей жизни, in our life. Hallelujah. Hallelujah. Моисей, Moses, это человек, is a person, который был в расцвете сил, who was in the center of his strength, 40 лет, at 40 years old, и он думал, что Бог его, and he thought, God, как раз в это время, in that time, когда есть авторитет, when there's authority, когда есть власть, when there's power, когда есть сила, when there's strength, когда я могу драться, when I can fight, это время, this is the time, вывести Израиль, to take Israel out of slavery. But it turns out God places him in circumstances of loneliness, пустыни, of desert, 40 and the next 40 years pass by, 80, and now he's 80, говорит, and God says to him, время, the time has come. I hear the cry of my people. The time has come. Moses says, Lord, мы бы, наверное, сказали на его месте так. We would probably say to God in that place. А где ты был 40 лет назад? Where were you 40 years ago? Когда я имел меч? When I had a sword. Когда у меня была сила? When I had strength. А сейчас я никто. Now I'm nobody. Бог начинает двигаться. God starts to move. Когда мы приходим к этому пониманию. When we come to the understanding. Что я никто. That I'm nobody. Мы не теряем время. We don't lose time. Если мы его проходим, if we go through it, доверяясь Богу, trusting God, знай, knowing, и будет тебе 80, you'll be 80, и ты будешь плодовит и сочный, and you'll be fruitful, чтобы исполнить свое предназначение для Божьего царства, for God's kingdom, чтобы прославить Его, for, to glorify Him. Богу нужны эти сосуды, God needs these vessels, которые не будут возвеличивать глину, that will not exalt the earth. Ему нужны сосуды, He needs vessels, которые прославят Его, that will glorify Him. Давид был помазан на царство, David was anointed to be king, но он убегал в пустынные места, but he fled in the desert. Он прятался, уходил в горы, he hid in the mountains. Он прятался от Саула, he hid from Saul, который гонялся за ним, who chased him. Он называл себя собакой. He called himself a dog. И он говорит, ты гоняешься за мной. He said, you chase me. Как за собакой. As after a dog. Я как блоха. I'm like a flea.
Он не видел себя царем. He didn't see a king in him. Он был настолько опустошен. He was so emptied. Богу нужен был такой сосуд. That's the vessel that God needed. Который будет всегда в нужде. That was always in need. Он был царем. He was a king. По сердцу Бога. According to the heart of God. Иосиф. Joseph. Он имел прекрасные условия. He had great circumstances. Он был окружен любовью отца. He was surrounded by the Father's love. Он имел все. He had everything in his father's house. Но однажды он был предан. But then he was betrayed. Не кем-нибудь. Not by somebody. Самыми близкими. But by the closest. Это были его братья. His own brothers. Он был отвержен. He was denied. Он оказался в рабстве. Rejected and ended up in slavery. Он был продан как раб. He was sold as a slave. Как просто вещь. As just an object. Он был никому не нужен. He wasn't needed by anyone. Но написано. But it says. Что Бог. That God. Был с ним. Was with him. Когда он был в темнице, when he was in prison, Бог был с ним. God was with him. Когда он сидел в этом колодце, when he sat in that well, Бог был с ним. God was with him. Бог ждал момент, God waited for the moment, когда он уже не будет опираться, when he would no longer rely ни на что, on anything else, а полностью отдастся Богу, but fully trust God. И наступил момент, and the moment came, когда он был позван к фараону, when he was called up to Pharaoh. Утром он еще ел тюремную похлебку. That morning he still ate that prison food. Но уже вечером, but at night, был объявлен, he was announced, премьер-министром, the prime minister of Egypt. Богу нужны сосуды, God needs vessels, которые, who, увидят, will see, то, что не видят другие, what no other sees, Бога в своей жизни, God in his life, и прилепятся к нему, and they will attach to him. Не бизнес, not to the business, not to the circumstances, not something else, not your conditions. Мы читаем это в 8 главе к Римлянам. We read this in Romans chapter 8. Говорит, не смерть, it says not death, не жизнь, not life, никакие обстоятельства, not any other circumstance, не настоящее, not present, не будущее, not future, не прошлое, not past, не ангел, not angels, никто, nobody, не может отлучить нас, can separate us от любви, from the love, которая во Христе Иисусе, that is in Christ Jesus. Никто, nobody. Приходит откровение. A revelation comes. Who he is in my life. Он сокровище. He's the treasure. Ради него. For his sake. Стоит все отдать. I'm willing to give up everything. Когда мы понимаем. Then we understand. Кто-то проходит мимо поля. Somebody walks by the field. Оно его не интересует. And they don't care about it. А кто-то вдруг обратил внимание. But somebody noticed. Поле. That field. Ценность этого поля. The value of the field. Не в том, что много земли. Is not the acreage. А в том, что там есть. But that there's a treasure there. And for that, not for the field itself, but for that treasure, he gives up everything. And he acquires the field to have that treasure. Jesus. Он заплатил великую цену. He paid a huge price. Умер за весь мир. He died for this world. Чтобы приобрести тебя и меня. To acquire you and I. Он увидел в нас цену. He saw a treasure inside of us. Вижу ли я в нем цену? Do I see a treasure in him? Ценен ли он в моей жизни? Is he valuable in my life? Дорогие, dear people, как важно это сегодня. How important it is today. Это увидеть. To see that. Богу сегодня нужны люди. God needs people today. Которые могут сказать. Who can say? Да, Господь. Yes, Lord. Я ничто. I'm nothing. Без тебя. Without you. Я не могу ничего. I can't do anything. Я отдаюсь тебе. I give myself to you. Я нуждаюсь в тебе. I need you. Кто-то сегодня. Somebody today. Придя на это место. Coming to this place. И вы чувствуете себя. You feel yourself. Вы еще в энергии. As if you still have energy. Слава Богу. Praise God. За вашу силу. For your strength. Но я хочу разочаровать вас. But I want to disappoint you. Богу она не нужна. God doesn't need your strength. Она нужна вам. You need it. Чтобы делать порядок, to make order, зарабатывать средства, to earn money, и многое другое делать, and many other things. Но Богу нужно сердце, but God needs the heart, смиренное, humble heart, которое скажет, that will say, да, Господь, yes, Lord, я готов на все, I'm ready for anything, лишь бы быть с тобою, as long as it's лишь with you, бы быть там, as long где ты находишься, as I'm there where you are. Через что бы ты ни проходил, no matter what you're going through. Если ты держишься Господа, if you're holding on to God, чтобы ты не потерял, no matter what you lose, чтобы не было разрушено в твоей no matter жизни, what's destroyed in your life, ты увидишь, you will see, как это вернется в твою how жизнь, this will come back into your life, с большим изобилием, with huge abundance, если ты будешь верный Богу, if you will be faithful to God. 42 глава Иова. Job chapter 42 последняя глава, is the last chapter, где он говорит такое слово, where he says this word.
о нем сказано, it says of him, что прежде всего, that prior to this, там сказано так, что после всего, or it says after all this, Иов прожил еще 140 лет. Job lived 140 years more. После всего, after all this, что было после? What happened after all this? Были разочарования. There were disappointments. Когда близкий человек, when a person so close to you, said, just curse God and die. Когда друзья не понимали. When your friends didn't understand. Когда он был вывезен на край города. When he was brought out to the edge of the city. И он очищал кожу свою. And he was cleaning his own skin. Когда он лишился детей. When he lost his kids. И всего богатства. All his riches. После всего. After all this. Знай. Know this. Через что бы ты ни проходил. No matter what you go through. Если ты с Богом. If you are with God. Ты скажешь, как Иов. You will say as Job после said. После всего этого. After all this. Его дни были насыщены. His days were satisfied. Они были славны. They were glorious. Если ты с Богом. If you are with God. Ты пройдешь через you это. You will walk through it. Вы знаете, не нужно идти к Богу. You don't need to go to God. Своими силами. With your own strength. Нужно сказать, Господь. You need to say, Lord. Я беспомощен. I'm helpless. Помоги мне. Please help me. I want to walk with you. As you've received Christ, so walk in Him. You know the value is to be with Him. Everywhere. No matter what happens. In difficulties. In destruction. In rejection. Maybe in poverty. In grief. In persecution. The main thing is to be with Him. If we're with Him, then after all this, we're going to see the riches of His glory. Hallelujah. Hallelujah. Can we rise up? He has not left you. He is yesterday, today, and forever the same. You're valuable in His eyes. You're needed. Maybe something suffered in your life. Maybe something's destroyed. Maybe you've lost something. You regret it. One person said, в 2008 году я построил целый subdivision. I built a whole subdivision. Были вложены миллионы. I invested millions. И я все потерял. And I lost it all. Я так разбит. I'm so broken. Я спрашиваю. I ask him. Почему ты употребляешь наркотики? I ask him, why do you use drugs? Ой, я больше не могу так жить. He said, I can't live this way any longer. Я хочу забыться. I want to forget it all. Я хочу уйти в свой мир. I want to go into my own world. Я был богатый. I was rich. Я все потерял. I've lost it all. Возлюбленный. Beloved. Когда мы теряем что-то в этой жизни. When we lose something in this world. Это не страшно. It's not scary. Страшно потерять Бога. What's scary is to lose God in our life. Можно остаться без ничего. You can be left with nothing. Но если ты с Богом. But if you're with God. Ты не пропадешь. You're not gonna pass. И ты можешь потом сказать. You can say then. После всего. After all this. Пройденного. After everything I've gone. Господь был со мной. God was with me. Он не оставил меня. He's never left me. И сегодня. And today. Все, что было потеряно. Everything that I lost. Я имею намного больше. I have so much more now. Потому что Бог в моей жизни. Because God's in my life. Поэтому не тоскуй. That's why don't yearn. Печалься, and don't be grieved about the lost things. Лучшее тебя ждет впереди. The best is waiting ahead of you. Продолжай идти с Богом. Continue to walk with God. В нем жизнь. There's life in Him. There's motion in Him. Ты скажешь, ты не понимаешь. You're gonna say you don't understand the pain, которую я имею. That I have. Вы знаете. You know. Люди. People, которые не проходили через боль, that have not gone through pain, они не могут понять, they can't understand, боль сердца Бога, the pain of the heart of God, этим людям, to these people. Поэтому, когда тебе больно, that's why when you're hurting, знай, know this, кто-то умел это уже боль, that somebody already went through this pain, цели, for one goal, чтобы ты сегодня, for you today, был восстановлен, to be restored, для его славы, for His glory. Hallelujah. Hallelujah. Однажды подошла ко мне сестра. One time a sister came up to me. И говорит, что пастор. And said, pastor. Я когда была девочкой. When I was a girl. Я мечтала выйти замуж. I wished to get married. Но говорит, как будто жизнь прошла мимо меня. But as if life ran right past me. Были мужчины. There were men. В
Но они не были по моему вкусу. But they weren't according to my taste. Я упустила время. I missed my moment. Сегодня смотрят только на тех. Today they only look at those. Кому только 20. Who are only 20. Я ей сказал, сестра. I told her, sister. Какие отношения у тебя с Богом? What's your relationship with God? Брат, о чем ты говоришь? She said, brother, what are you talking about? Какие могут быть отношения? What relationship can I have? Я так одинок. I'm so lonely. Знаете, когда нам кажется, you know, when we feel что время упущено, like time is wasted, поверьте, believe me, Бог вне времени. God is outside of time. Я помню, я помолился за нее, I remember I prayed for her, чтобы как-то направить ее к Богу, to direct her towards God somehow. Прошло какое-то время, some time passed. Мы еще собирались в Northwest Baptist Church. We were still back in Northwest Baptist Church. У меня было побуждение. I had an unction. Я сказал, все девушки, I said, all the girls, которые не замужем, that aren't married, от 25 лет и старше, from 25 and older, выходите, come on out. И я увидел, что вышло несколько этих сестер. And I saw a few of the sisters come out. И среди них была она. And she was one of them. И вы знаете, было особое помазание. And there was a special anointing. Я помню, как один брат мне сказал. I remember a brother telling me. Сергей. Sergey. Это вызов был. This was a challenge. А если ничего не выйдет? What if nothing happens? У меня не выйдет. It won't happen for me. Но я знаю того. But I know the one. Кто бодрствует на своем слове. Who is over his word. И когда он говорит. And when he says. Все состоится. It's gonna come to pass. Я знаю, что все эти сестры. I know that all those sisters. Они замужем. They're now married. Имеют семьи. They have families. Имеют детей. They have kids. Уже у некоторых дети. Some of them now have adult kids. Прошло какое-то время, подходит одна сестра. Some time passed and a sister comes up to me. Говорит, пастор, ты молился тогда? And says, pastor, you prayed for us that one time. I was so shy to come out. Помолитесь за меня сейчас. Can you pray for me now? Я так хочу выйти замуж. I really want to get married. Я говорю, у меня нету слова от Бога. I said, I don't have a word from God right now. Я все равно за тебя помолюсь. I'm still gonna pray for you. Потому что я знаю, у Бога есть. Because I know God has a calling. Почему я так говорю сейчас? Why I say this right now? Когда мы решаем, is when we make a decision. Свои дела. Our own things, своими силами. With our own strength. То мы можем быть разочарованы. We can be disappointed. Но когда мы доверяем Богу. But when we trust everything to God. Вопрос замужества. The question of marriage. Вопрос женитьбы. The question of getting вопрос married. Вопрос семьи. Of family. Вопрос твоих детей. Question of your kids. Вопрос твоего служения. Question of your ministry. Вопрос твоего бизнеса. Question of your business. Вопросы все. All different questions. Которые есть в этой жизни. That you have in this life. Мы возлагаем на него. When we place upon him. Потому что нам нечто открылось. Because something's been revealed. Он. He. Печется о нас. Cares for us. А это значит, and that means он знает, he knows как восполнить мои how to fulfill my dreams. Бог центр нашей жизни. God's the center of our life. Поэтому он говорит, вселюсь в них. That's why he says, I will live и in them. Их Богом. And I will be their God. И они будут моим and народом. They will be my people. Давайте мы закроем глаза. Can we close our eyes? Я хочу, I want чтобы ты сейчас, for you right now, через что бы ты ни проходил, no matter what you're going through, ты мог поблагодарить Бога. For you to thank God. Научись благодарить Его. Learn to thank Him за все обстоятельства своей жизни. For all the circumstances in your life. Благодари Его. Thank Him за все, через что ты проходишь. For everything you've gone through. Позволь Ему прославиться через тебя. Allow Him to be glorified through you. Не думай, как нужно свою жизнь созидать. Don't think how to build your life. Думай о том, как, чтобы Бог был центром твоей жизни. Think about how can God be the center of your life. Ты не способен восстановить себя. You're not able to restore yourself. Но Он силен. But He is able. Это сделать в твоей жизни. To touch your life. Чтобы не было в твоей жизни. No matter what you're going through. Бог знает. God knows. Время. The time. Твоего восстановления. Of your restoration. Не думай о том. Don't think. Что ты потерял. About what you've lost. Посмотри на того. But look at the one. Который сказал. Who said. Что из руки моей. That out of my hand. Тебя никто не украдет. No one can snatch you out. Он силен сегодня. He is able today. Совершить работу свою. To fulfill His work. В твоей жизни. In your life. Hallelujah. Это время. This is the time. Твоей жизни. In your life. Твоего восстановления. Of your restoration. Твоего хождения с Богом. Of your walking with God. Твои приоритеты. Of your priorities. Должны поменяться. Your priorities have to change. Jesus is the center of your life. Hallelujah. Hallelujah. All glory to Him. No matter the circumstances, no matter what you're going through, no matter how you feel,
real, receive the word from God and start to walk with Him. Walk with God the way you've received Him. Grow your relationship with Him. Praise Him. Follow Him. Love Him. Do His work. Let His name be glorified. Hallelujah. If somebody is here today and you would want for somebody to pray for you, maybe you've gone through some kind of path and you're disappointed. Maybe your hands have fallen. You stop thinking that God can use you, that you will once again serve Him. Maybe there are people here who have gone through quakes and the devil has pushed you down, and today you think that you can't return anything and everything's lost. I want to invite you for a faith to be lit up in you, for you to once again look at the one who loves you, the one who is always with you, the one who never left you. Even then, when you were disappointed, He was with you. And today He's here. He's here today. And now, no matter what you have in your life, there is something in your life from God, what He wants to open up in you, what He wants to release in you, what He wants to shine in your life. This is His treasure that is inside of you. So please, come on out. If you have this desire on your heart for somebody to intercede with you, for you to be encouraged, for you to go on further. Hallelujah. Hallelujah. When we're going to worship, we can minister to you in the name of Jesus.